Всем привет, дорогие друзья! Сегодняшняя тема видеоролика будет о нарушении правил сообщества, как с этим бороться, ну и все нюансы. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. Первое, что хочется обратить внимание, не делайте поспешных каких-то решений, особенно то, что сразу удалять нужно видео. Этого делать не нужно, есть некое видео, некая категория, которые проходят. То есть нужно подать апелляцию. То есть вы заходите в свою творческую студию, нажимаете на это нарушение, видите это видео, и есть такой подпункт подать апелляцию. Вы можете сделать это 3 раза. То есть пока это действует в процессе, да, там неделю вы можете без возможности публикации и всего того остального. Но давайте приступим уже к тому, как это выглядит и что будет по истечению срока. Итак, друзьяшки, когда мы переходим вот на основное меню нашего YouTube канала, то есть это вот главное, и у вас есть здесь такое нарушение, вот красным, как видите, вы можете на него перейти и увидеть, насколько долго оно будет действовать. То есть мое последнее нарушение действует до 27 декабря, сегодня 26, как можете видеть. Вот, завтра оно исчезнет, то есть красным его уже не будет, оно будет совсем другим цветом, оно не будет активно. То есть эта система работает очень просто. 1 из 3. Это еще все хорошо, скажем так. Все плохо будет, когда будет 2 из 3. То есть на неделю вам дают без всяких изменений и публикаций там каких-либо на вашем канале. Потом вы все можете делать. Но предупреждение в 90 дней, оно еще проверяется вашим каналом. Если стреляет еще какое-то нарушение, у вас уже будет 2 из 3. Тогда на 2 недели вы будете лишены каких-либо публикаций или изменений. Третье же, это может быть последнее, и вы уже ничего не сможете сделать. Поэтому будьте осторожны, изучайте правила сообщества YouTube, и все будет в порядке. Я вам покажу то, что будет уже 27 числа. Вот как видите, действует до 27 декабря. И тогда мы с вами все это дело уже, ну, явно увидите сами, в принципе, чтобы вы не переживали. Пока это выглядит так. Так, друзья, как видите, по правилу истечения срока уже у нас сегодня 27 число. Уведомление уже у нас желтым светится. Если мы сюда перейдем, мы увидим то, что у нас уже больше ничего нет, то есть контент недоступен. И здесь уведомление пишется, что ваш контент удален из-за нарушения правил сообщества, поскольку вы нарушили принципы сообщества. Впервые мы не будем так принуждать никаких мер в отношении вашего канала. Это уведомление останется на вашем канале. То есть оно будет так висеть, но не переживайте. Главное, чтобы не красным. То есть, как поняли, что первое уведомление у нас было от 1 из 3. Это на 1 неделю лишения каких-то либо публикаций, либо изменений. Второе на 2 недели. 3 недели вообще может быть, точнее 3-е, это вообще может быть удаление вашего канала. Все. Первое, что нужно делать, чтобы... Если вам прилетает нарушение по правилам сообщества, вам нужно подать апелляцию. То есть не спешите удалять видео, потому что вы потом уже ничего не сможете сделать, и так и будете неделю сидеть без чего-либо и так далее. То есть это не есть хорошо. Вот и все, в принципе, что вам нужно было знать. Обязательно не делайте таких вот моментов, что в 90 дней, вот эти вот вам 3 месяца нужно перетерпеть, не делать никаких нарушений, потому что может стрельнуть 2-е, 3-е, вообще до удаления канала. Вот, поэтому обратите на это внимание. Если возникнут вопросы, конечно же, пишите все в комментариях. А так, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телеграм-канал, все ссылки есть в описании под видео и в закрепленном комментарии. Дальше больше, скоро увидимся. We'll be right back.